МИД РФ рассказал о перспективах открытия границ с Россией различными странами, а также предостерег от поспешного планирования поездок за рубеж. Сегодня в Евросоюзе идет пока лишь обсуждение возможности открытия внутренних границ между странами-членами ЕС, и единой позиции нет даже на этот счет. При благоприятном развитии ситуации можно ожидать, что европейские страны откроются друг для друга в конце декабря. И только после этого, вероятно, будет приниматься решение о целесообразности открытия внешних границ ЕС, отметили в МИД. Открытие внешних границ будет проходить на двусторонней основе с теми государствами, где эпидемиологическая ситуация с COVID-19 улучшается. Будет проводиться выборочное тестирование приезжающих, отметили в МИД РФ.